Всем привет! Сегодня я приготовлю десерт к чаю, творожный кекс. Что мне понадобится для этого? Творог, яйца, мука, сахар, разрыхлитель, ванилин, лимон и сливочное масло. Первым делом растопим сливочное масло. В чашку разбиваем яйца. В яйца добавляем сахарный песок. Размешиваем до полного растворения сахара. Яйца хорошо взбились, сахар растворился, и добавляем творог. Как следует размешиваем. От лимона нам понадобится цедра. Аккуратно снимаем ее. Вот так должен выглядеть лимон, когда мы сняли с него цедру. Добавляем в массу, перемешиваем, добавляем сливочное масло, охлажденное, капельку ванилина или ванильного сахара, понемногу всыпаем муку и размешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем разрыхлитель и опять перемешиваем. Обратите внимание, тесто получается достаточно густое. Форму для кекса выстилаем пергаментной бумагой. Форму заполняем на 2/3. Кекс отправляем в духовку выпекаться при температуре 190 градусов. 45 минут прошло, кекс готов. Когда кекс остынет, нужно его вынуть из формы. Очень легко это сделать с помощью бумаги. И нарезаем на кусочки. Вот такой десерт к чаю у меня получился. Творожный кекс. Он очень ароматный, воздушный, очень вкусный. Попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита, до новых встреч и пока!